погнали, что там в сторонке чуть-чуть там сядем, чтобы по одной палке вот, чтобы пришли. А я попаду в аналы истории? Ну да. Хребет показал. Ты, поскольку ты якоряв, а ты длинен, я тебя сейчас возьму крупным планом. Нет, прямо здесь. Пользуясь случаем, хочу передать привет всему форуму. Все, приехали. Хорошей теплой компании. Отдохнуть, рыбку половить. Рыбка поклевывает, поклевки видели. Бонусов чуть-чуть поймали. Поэтому будем делать выводы и будем все ловить в тихомолочку. Вот такая рыбка даже в других местах поклевывает, самое главное, пробиться нормально. Будем более-менее цивильно замешать. И все будет круто. Неплохого лещика я взял за кило. Но, правда, жарко. А ночью я спал. Как все нормальные люди ночью спят, они занимаются этой херней. Ну, в принципе, да. Ну. Ого. Нет? Это он там? А, нет. Или это что это было вообще? Это судак, наверное, посмотри. Потому что пергал. Ну, дай на камеру посмотри, Серег. Да, судак, чешую снял. Чешуя, ну, снята. Вот такая шелупонь, короче, и выцепился, наверное, судачила. Снял всю чешую. Ну, если чешую, могла и щука. И плавник, видишь, ловит. Ну да. Если чешую, могла и щука. На корм Дуная. Даже тех местов, которые можно было сегодня занять, бонуса не останется. У Сереги бонус в виде кувшинки. Каждый завоз на пух не дает почти спокойно ловить. Свеча и ночью такой фигни. Пробуем ловить на червячка, чтобы не полностью черный конь. Серегу гости. Андрей, лучше меньше, да больше. Правильно, Андрей? Чтобы чаще на поклевок.
Бинго! Тупо игра! Ну-ка, вытащи ее. А червя? Кстати, в точку не попал. Не добросил. За близко не надо, не поноси. Симпатичные. Это наш юный рыболов. Так, ребята, теперь посмотрим. Ну это Назаров всех сегодня сделал, блин. Нет, сегодня сделал не единственное. Видно. Куда ты, отойди подальше. Я тоже для потомков. Вот такие вот такие красавцы сегодня клевали у нас ночью. С 9 вечера до полседьмого утра. Остальное все мелочевка. Расцвело, стало клевать мелочь. Мы собираемся домой. Всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки. Всем пока. Кило 620.